Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот крекер с льном и кунжутом. Здесь у нас 300 грамм фирмы Сладиаль. Вот. И давайте посмотрим, что же у нас тут мелким шрифтом на зеленом фоне, хотя бы зеленым, слава богу, написано. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. И давайте же его откроем и посмотрим. Да, купила его в магазине Победа. У нас с вами здесь лен и кунжут должен быть. Смотрите, они есть разные. Ну, в принципе, как и нарисован тут. Квадратные и круглые. Так, семена. Так, на круглых нарисованы. Что везде. А, ну вот есть, да, вот они, семена. Такие. Здесь тоже вот они есть. Лен и кунжут. Кунжут я что-то пока не вижу, если честно. Не знаю, может быть, внутри. Вот лен я вижу. Вот он, лен. Ну, кунжут, может быть, кунжут он перемолотый какой-нибудь. Давайте с вами попробуем. Я думаю, это должно быть очень вкусно. Тут есть, кстати, даже... О, прям поджаристая. Давайте кругленькую попробуем. Вот тут побольше. А, во, вот тут прям семечки льна. А такие у нее, кстати, дырочки прям. Такие конкретные дырочки. Через них даже все видно. Давайте пробовать. Семечки льна действительно присутствуют. И с ними крекер довольно вкусный такой. Кушаешь крекер такой, он вкусненький, сладенький, такой сладко-соленый чуть-чуть, и потом раз такая семечка льна попадается, и какой-то такой вкус необыкновенный становится, такое что-то новое, что-то такое вкусное, мне понравилось. Давайте попробуем квадратненькую, возьмем какую-нибудь, а, ну тут тоже лен, я когда жевала, подумала, может быть, кунжут других находится в квадратеньких, например. Ну нет, может быть, он перемолотый, или, может быть, имеется в виду кунжутное масло. Тут какое-то масло нарисовано. Вроде как семечки льна. Хотя нет, и семечки кунжута тут нарисованы. Не знаю уж, где он там. Ну, давайте квадратную попробуем. Здесь вот прям много льна. Может быть, какой-нибудь сладкий аромат кунжута присутствует, вроде бы как. Но, честно, что-то как-то даже зернышки кунжута я не чувствую там. А, может быть, надо выбирать, когда пачку смотреть, там есть кунжут или нет. Может быть, мне просто не попался. Вот это, кстати, момент, кто покупал, напишите в комментариях, потому что мне принес муж, я не сама выбирала. А так бы, конечно, я знала бы, что там находится в других пачках. Вот. Либо мне кажется, что он, скорее всего, либо перемолот, либо его добавили очень мало в печеньке. Потому что, ну, что-то там вроде бы как аромат есть кунжута, но лен все-таки подешевле кунжута, поэтому я думаю, что здесь просто аромат кунжута. Потому что даже в крошках, вот здесь просто крошки, здесь нету. Давайте ее разломим. Нет, здесь только лен.
Здесь только лен. Кунжута тут даже не наблюдается. Посмотрите. Лен, знаете, как маленькие таракашки сидят, как будто. Они еще, кстати, блестят такие немножко. Давайте я все в тарелке поднесу поближе, посмотрите. Короче, это вот так вот все выглядит. Такие вот были у нас с вами сегодня печеньки на обзоре. Крекер. В любом случае, знаете, они очень вкусные, они хрустящие. И их хочется есть, 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 есть. Вот одну за другой, тем более они такие вот довольненько маленькие, такие хорошенькие и разнообразные. Разные, то есть то круглые, то квадратные. Это даже интересно кушать. Вот они прям классненькие, поджаристые такие. Дырочки у них прям, смотрите, такие явные дырочки, через них можно смотреть, поиграть с ребенком. Но кунжута я не заметила. В комментариях я жду ваших отзывов. Пишите, достался кунжут вам или нет. И как вы считаете, куда же кунжут делся? Мне вот интересно, куда же он подевался? Как вы считаете, в каком он там состоянии должен быть? Вот. Также смотрите наши другие ролики. Также обзор на такой же крекер, только классический обзор тоже. Он где-то будет рядом с этим роликом. Где-то там найдете. Также на продукты обзоры из Светофора, из Фикс Прайса, из других обычных магазинов. Вот все-таки Победа — это новый магазин. Поэтому и там, кстати, продукты некоторые новые, необычные. У нас таких не было до этого. Также у нас есть влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, развиваемся. Моему сыночку 2,9. Как мы путешествуем. Также у нас живопись есть на канале. И там очень-очень много всего другого. Кулинария. Вот. Обзоры на технику. Обзоры на наушники вот такие вот где-то есть. Там посмотрите, я думаю, вас заинтересует. Обзоры покупок наших. Много всего интересного. Всем спасибо за просмотр. Пишите свои отзывы в YouTube, пожалуйста. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, лайки, лайки. И всем пока-пока.